Это фотографии нашей гостиной? Что это за штука? Думаю, это камера. Офигеть! Он изобрел камеру, которая фотографирует будущее. Камера выдает наши фото в будущем. Затем мы в течение дня совершаем действия, которые приводят нас именно к этому моменту. Только подумай, сколько бабла можно срубить. Давай, беги! Да! Да! Это только начало. Улыбнитесь и попрощайтесь с вашей прошлой жизнью. Кто это? Это мой букмекер. Что он делает в нашей квартире? Знаешь, кто хуже, чем парень, который не возвращает долги? Парень, который никогда не проигрывает. Он опасен? Очень опасен. Ты сказал ему про камеру? Нет. Что ты делаешь? То, что давно нужно было сделать. Я уничтожу чертову машину. Стой! Вы будете оставлять результаты скачек на окне. Маркус будет приезжать и забирать фото для надежности. Так не пойдет. Я не собираюсь повторять!